Привет всем! Ездили с мужем только что скупляться, заехали на почту, забрала посылочку от моей зрительницы, от моей подружки, могу так даже сказать. Это Риточка с Праги. Ритулька, спасибо тебе огромное! У меня очень много девчонок спросило, какую я краску использую, какой оттенок краски и чем я вообще крашусь. Вот. Так, девчонки, распаковка. Покупаю я себе вот такую краску, смотрите. Называется Палет 3 темный каштан. Вот, темно-каштановый. Вот такую краску я себе беру. Крашу я всегда только корни. Вот, полностью длину я не прокрашиваю. И краска такого качества, она, ну, очень классная. И я вам хочу сказать, что она не смывается. Знаете, как вот есть краски, которые там... Ну, буквально там два раза голову помыла, и она смылась. Нет, здесь не смывается, здесь седина только отрастает, но не смывается. Я всегда ей пользуюсь уже много лет. Я же говорю, перед этим пользовалась я Сьюз краской профессиональной, покупала в профессиональном магазине. Но она мне вообще как-то не зашла. Попробовала, мне не понравилось. Вот, потом я брала еще Лореаль. Ну, до 2000-х Лореаль был хороший. После 2000-х Лореаль стал ужасный просто. Я думаю, что его начали где-то здесь у нас делать, и качество испортилось, все. Вот так вот. Значит, беру по две штуки. Вот это мне на месяц две штуки. Каждые две недели я подкрашиваю себе корни, потому что у меня вот так отрастает за две недели. Ну, или вот так. Ну, уже седина видно по-любому. То есть за месяц я уже прям вообще, как бы, ну, мне не нравится. Ну, что я тут еще купила? Мыло Сейдгард. Это руки моем всегда. Вот такое я беру. А это берем такое мыло тело мыть. Вот. Это я беру в магазинчике. У нас есть в городе магазинчик, глухонемые держат. Вот. И везде цены написаны у них. Поняли, как бы, чтобы каждый раз не обращаться до человека, не подходить, не спрашивать цену, к примеру, да, то они полностью на всех, ну, везде-везде на всем. Смотрите, они пишут цену. Смотрите. Вот. Ну, то есть, это же не я понаписывала. Смотрите, 28. Кстати, очень классное мыло. Вот, очень обожаю это мыло. Оно очень хорошее. Классно пенится, хорошо руки моет. Очень хорошее. Это я уже вылила только что такое. Вообще пахучее. Дыня и молоко. Вылила в эту. Девчонки. Вылила уже сюда. Вот. Так. Ну, в общем, вот такое мыло я беру. Вот, взяла 5 упаковочек. Одно вылила уже. Дезик. Вот, хотела вам показать дезик. Смотрите, покупаю я себе вот такой дезик уже второй раз. Обалденный. Просто классный. Смотрите, 96 часов защиты. Вы представляете? То есть, ну, очень классный дезик. Очень-очень хороший. Рекомендую, советую. Стоит, по-моему, в районе 90 гривен. Не помню уже. По-моему, да, 90 гривен он стоит. А это у меня сын любит, вот этот астронавт называется. А, 96, смотрите. Ну, это тоже, по-моему, что-то типа такого. 90 с чем-то стоит. Так, это бумажные полотенечки. Два рулончика я взяла. Он у них в магазине по 40 гривен. Вот. И это у меня для груминга. Это, друзья, я уши чищу собачкам. Вот, у меня оно расходуется просто, просто по-сумасшедшему. Улетают они у меня, вот эти вот спонжики, ушные палочки. Ну, в общем, короче, нагребла, так скажем. Вот, что еще я тут хорошего взяла? А, кстати, взяла безешки. Но у меня чуть-чуть они с рук выпали в машине. Они такие хрупкие, нежные. Это будет, друзья, на кулинарном канале «Киевский торт». Да, киевский торт с безешек для ленивых. Также я купила грамм, по-моему, 300 грамм лесного ореха. Это пойдет в этот тортик. И купила чуть-чуть миндаля. Я очень люблю миндаль. Вот, так что я еще добавлю в этот тортик чуть-чуть миндаля. Вот, друзья мои, ну вот так вот. Девчонки, хотела дополнить вам, сказать про вот это средство. Стоит всего-навсего 80 гривен. Называется «Сама». Засип для чищения грилев. Средство для чистки грилей. Значит, обалденное средство. Очень хорошее. Я беру мыть духовку, вот это средство. Кстати говоря, если сильно загрязненная ванна, плита, микроволновка, к примеру, там, да, или просто печка, ну, я имею в виду духовка,
Вот это средство вообще классное. Стоит недорого, 500 мл. Вот, есть вот такой еще полиэвилизатор, очень удобно распылять. Очень хорошее средство, так что я вам советую. Девчонки, это не то, что там реклама, я за это деньги получаю. Нет, сама такое беру, вот попробуйте хотя бы раз, попробуйте. Вам, я думаю, очень-очень понравится. В общем, классное средство, так что возьмите, попробуйте.